Многократный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов – левосторонний дзюдоист. В поединках с соперниками, которые также являются левшами, основная цель Денисова – поймать и затем нейтрализовать их сильную руку, прежде чем делать что-либо еще. Так как его соперник не будет легко отдавать свой рукав, стратегия Денисова заключается в том, чтобы перейти в правостороннюю стойку и захватить левый отворот. Из этой позиции у него есть две последовательности захвата, которые заканчиваются захватом левого рукава. Первый вариант включает в себя большой рывок с использованием обеих рук и силы верхней части тела. Это позволяет ему выйти на позицию захвата за рукав и взять высокий захват за воротник, одновременно переходя в левую стойку. Второй вариант включает технику работы ногами, ашиваза, и круговое движение, после чего он завершает прием в той же позиции. Когда против него левша, который любит выполнять броски с высоким диагональным захватом на спине, широко известным как узкая рука, Денисов вращается и отталкивает своего соперника. Но в том случае, когда он действительно может предвидеть захват русской рука, то он ловит ее в точке локтя, зажимает левой рукой и поворачивается к сопернику. Затем он переходит на рукав и делает свой излюбленный захват за воротник. Как уже говорилось, основная задача Денисова против соперников в одной стойке с ним является нейтрализация сильной руки. Если левосторонний соперник работает своей правой рукой и стремится взять отворот, то Денисов ловит руку до того, как она успевает установить сильный захват. Не упустите свой шанс научиться этим уникальным и эффективным захватам от одного из современных великих российских дзюдоистов в тяжелом весе.